Мбаппе. Ферранти. Идриса Гие. Классно они мячом владеют. Марко Верратти. Великолепный пас от него пошел. Это момент. Гол! Этот гол, безусловно, заслуга всей команды. Тщательно была подготовлена эта атака и блестяще исполнена. Одно удовольствие наблюдать за такими голами. Какой классный пас в разрез у него получился. Еще раз мы смотрим этот гол. И, конечно, игра Килиана Мбаппе в этом моменте. Как он смог из такого прессинга вырваться, да еще и пробить, да еще и забить. Конечно, Килиан Мбаппе мастер. Тренер, конечно, рад этому голу. Его команда повела в счете. После этого гола Пари Сен-Жермен впереди, и команды начали с центра поля. Мамаду Сако. Мяч перехвачен. Плохо сыгран. Перейра. Лионель Месси. Уверенная игра в отборе. Соперник теряет мяч. Какой-то, знаете, между собой. Как здорово Верратти сыграл на перехвате. И пас перехвачен. Отлично сыграно. Может быть опасно. Интересно, куда дальше мяч пойдет. Можно подать. И что дальше тут будет? И бьет! Перекладина и еще офсайд, что важнее. Так что защита может перевести дух.